Привет, народ. Пока я точил нож. Автомат Калашников 101 модели от Бекер. То принесли мне девочки с почты уведомление, что можно мне забрать посылочку. То я пошел и забрал. И что вы думаете здесь находится? Падам-падам-падам. Мои любимые морковки. Ай, класс. Это текстолит от магазина sarmic.ru. Ребята их так заботливо склеили, чтобы на почте их не повредили. Очень классно, спасибо. Стоил текстолит 550 рубликов, но мне он достался бесплатно. Как, скажем так, один из призов в конкурсе Саши Азнама. Спасибо, Сашик, спасибо магазину sarmic.ru. Очень классный цвет. Я думаю, это будет очень-очень классно смотреться на одном из моих ножей. К сожалению, на резилиенс, к сожалению, накладочки не пойдут, маловаты. Ну, что-то мы придумаем. Что-то мы по этому поводу придумаем. Я пока еще сам, в принципе, не знаю, на какой нож это будут накладки. Я думал их изначально на крысу, но вот если честно, то сделал вот эти накладки на крысу, то они меня в принципе как бы устраивают на все 100%. То есть, ну, не хочу я, чтобы одни какие-то накладки лежали, знаете, а вторые, может быть, если куплю новую крысу. Кстати, да, наверное, так можно и сделать. Ребята, продается крыса. В комментах пишите, предлагайте цену. Я себе куплю новую крысу и сделаю с оранжевыми накладочками ее. Да, вот на крысу накладки тютя в тютю, по-моему, даже, да? Да, то есть миллиметр в миллиметр, даже полмиллиметра где-то с каждой стороны наверняка останется. А фокус у нас жил сам по себе, наверняка. Фокус жил сам по себе. Ага, фокус-то стоит неправильно. Сейчас мы его выставим вот таким вот макаром. Так что, в принципе, вот это меня устраивает. Пока крыса я сейчас пользуюсь все реже и реже, так что если действительно кому интересно, то крысу могу продать, а себе вот сделаю из вот таких вот накладочек. Ну, процесс обязательно будет снять на видео, то есть покажу, как я это делаю, потому как может быть кому-то интересно. Очень классный цвет, спасибо, ребята, sarmic.ru. 550 рубликов это стоит у них в магазине. В принципе, честно сказать, это не так уж и, блин, прям дорого, чтобы даже с пересылом это будет стоить где-то рублей, я так думаю, 800. Даже наверняка меньше. Да, 700 рублей это будет стоить с пересылом. Здесь на упаковочке ценник 147 рублей. 30 копеек стоила посылочка, плюс 550 рублей, ну 50 здесь считаем и 50 здесь, то получается 200 рублей. 700 рублей будут стоить даже для жителей Украины вот такие вот накладочки. Это в принципе, если честно, то в принципе нормальная цена. Ладно, ножичек я перетащил. Ну давайте покажу, чтобы уже не делать отдельное видео по этому поводу. Давайте покажу. Сейчас я фокус поменяю, что получилось. Итак, сейчас протру тряпочкой, давайте. Один момент. Вот так вот. Как ты меня достала, камера?
то не то, то ноги не стоят у нее. И вот так вот это будет, да? И отпечатки пальцев, отпечатки преступления. Не, это клей от упаковки. Зря я не вскрывал. Вымазал, не думал я снимать. И так. Вот так у нас выглядит режущая кромочка. Давайте вот так вот увеличим. Видны следы от рук. Ну, в общем, как-то вот так вот. И с этой стороны аналогично отпечатки моих пальцев. Сейчас их вытру. Надо с баллистольщиком. Ну и вот так вот теперь выглядит РК. Вот так вот теперь выглядит РК у автомата Калашников. Был он заточен под 20 градусов. Заводом-изготовителем, скажем так. В принципе, тот же угол я оставил, просто затащил его. То есть вот так этот нож теперь режет без проблем с вывертами, с подвывертами. Ну и сейчас я зашлю, наверное, курьера на новую почту, чтобы отдать нож хозяину, в принципе. Кухонники я тоже уже наточил, они точно так же режут. То поэтому нож такой своеобразный, скажем так. Ну, я бы такой не купил. Хотя, если пришлось бы где-то, допустим, пожить месяцок, скажем так, не на необитаемом острове, то вот лучше ножа и не придумаешь. Такой себе выживальческий тесак. Так что как-то так вот. Ладно, все. Тихо. Все, пока-пока.